И они станут никто после этого, если народ проснется. А пока они пыль в глаза пускают, пока зомбируют, они все делают для того, чтобы мозги у человека не работают. Вот вся жизнедеятельность, буквально все. То есть мы же уже говорили, начиная там уже от беременности там, и кончая все возраста, все делается, чтобы мозги не работали у человека. Чтобы легко было управлять. Мне уже учителя в открытую, ну, они говорят, нам, говорят, просто говорят, ну мы же хотим там детей там как бы выучить, чтобы там, там талантливые дети, там ученые были. А им конкретно говорят сверху, нам сейчас государственный заказ делать потребителей. Нам ни гений, ни таланты, ни ученые не нужны. Нам нужны потребители. И система образования должна быть настроена, прям открытую говорят сейчас школу. И мне вот учителя сами приходят, у нас за квадратную как-то, вот, вот так вот нам прям вот, заказ, госзаказ на потребителей, прям в открытую заявку. Василий Васильевич, так мало того, детей сейчас даже с класса не выпускают. Вот я могу дать слово, мой сын учится в школе, их не выпускают из класса на перемену. Даже не из школы, они вообще даже не дышат свежим воздухом. И я ничего не могу сделать. Я пришла к директору, а он мне говорит, вы что, такая особенная? Да? Все. То есть я же говорю, все направлено на наше уничтожение. Вот назовите хоть одну сферу жизнедеятельности людей, мы докопаемся, мы увидим, что это во вред нам идет. То есть мы своими руками пилим сук, на котором сидим. Точно. Это же факт. Нас же никто не заставляет своих детей в школу отдавать, в детский сад, рожать в роддомах. Так же? Ну никто нас не заставляет. Мы имеем полное право это не делать. А мы делаем. Кто нас заставляет идти на работу, на службу? Кто нас заставляет на тваре работать? Да никто. Ну, Махатма Ганди сказал, нет, ребят, ну давайте поголодаем там месяц, два, три, год, ну сколько нужно там, победуем. Ну то, что вы вырастили, то и съели, с голода не сдохнете. Одеться, ну сами одежду делайте хоть какую-то, научитесь там. Ну будем в нос, как тряпка, походим несколько лет. Но мы освободимся от этого правительства. Ну что, вы не изучали историю, вы не знаете, как Махатма Ганди поступал там. Да, в Куатин сходил в этом. Вот именно. Да я лучше хоть в Волгу буду ходить там, ну, чтобы мои дети нормально жили. Так же? Что, я не пострадаю, что ли? Да? Да нет проблем. Это когда люди сейчас проснутся и осознают там. Это же это правило. Народ заслуживает своих правителей. Если народ заслуживает, чтобы паразиты на шее сидели и холку грызли, слава Богу, и пусть сидят. Ну мне просто за державу обидно, за народ обидно. Да. Я делаю все, чтобы, как бы, чтобы народ проснулся. Да. Я знаю, что рано или поздно проснется народ. Но я не должен сидеть сложа руки там. И вот если большинство людей сейчас начнут активную позицию занимать, поймут тактику стратегии информационной войны, то этот процесс очень быстро пройдет.